На улицах Твери работает новогодний автобус. При входе в общественный транспорт жителей и гостей Верхневолжья встречают Дед Мороз и Снегурочка. Автобус пока в тестовом режиме будет ходить по дорогам областной столицы. На одном из рейсов прокатилась наша съемочная группа. С раннего утра синий брендированный автобус с символикой транспорта Верхневолжья превратился в новогодний и вышел в рейс. Он совершенно бесплатно возит пассажиров. Праздничный автобус курсирует по маршруту номер 31. Далее он будет ездить по рейсу номер 36. Жители города рассказали о своих впечатлениях от тестовой модели нового общественного транспорта. Очень красиво, очень интересно, очень удобно. Есть также площадка для молодых мам с колясками. Невысокий подъем. Действительно новый класс, новый уровень. Очень приятно смотрится, очень чувствуется удобный. Небольшой по габаритам, значит, он может побыстрее ездить, то есть не стоять в пробке. Создают новогоднее настроение жителям в новых автобусах Дед Мороз и Снегурочка в промежутке с 11 утра до 3 часов дня. А во время поездки горожане отмечают, что в новой схеме пассажирских перевозок предусмотрено множество маршрутов, которые продлены до тех точек города, где были проблемы с транспортной доступностью. Ну, самое главное для людей, которые выбираются к 6 часам утра на работу, к 7 часам утра на работу, чтобы транспорт ходил с 5 часов утра. Остановка. Комфортно. Естественно, много удобнее. Автобусы, конечно, хорошо. На всех маршрутах городского транспорта на территории Твери и Калининского района по новой модели пассажирских перевозок предусмотрен льготный проезд по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет. Ее выпуск начнется в 2020 году. Новая модель пассажирских перевозок увеличит провозную способность общественного транспорта. Она составит до 18 тысяч человек в час. Планируется, что интервалы движения будут от 2 до 4 минут, в отдаленных районах от 5 до 15 минут. Автобусы по обновленной схеме начнут курсировать с 3 февраля следующего года в соответствии с новым расписанием с 5 утра до полуночи.